Ну, а я начинаю свои кулинарные дела новогодние. Здесь у меня вот такой язык. Мы долго думали, варить нам язык, не варить, долго совещались. И вчера с братом поговорила, он говорит, мы будем варить, потому что, говорит, год быка наступит только, когда по лунному календарю придет год быка. А сейчас, говорит, это так, тренировочные. Поэтому этот деликатес всегда был на новогоднем столе и будет. Они, в общем, решили брать. И мы тоже. А у нас заранее куплен, в морозилке был. Я достала, сейчас сварю. Значит, смотрите. Язык помещаю в холодную воду. Дожидаюсь, когда выйдет пенка, образуется. Пенку снимаю. Уменьшаю газ, как закипит. И варить буду минимум 1,5 часа. Вилкой буду протыкать, готовность проверять. Вот в этом толстом месте. Вот. А потом очень важно язык поместить сразу в холодную воду. То есть сразу вилкой достаю и тут же в таз с подготовленной холодной водой. Это важно. Таким образом верхняя вот эта шкурка очень легко слезет. Вот. Не придется напрягаться, вообще никаких усилий не прилагая. Просто дергаешь, и она слазит легко. Поэтому сейчас в процессе вам еще все покажу и расскажу. Буду набирать воду и ставить варить язык. Я здесь обсушиваю кухонными полотенцами картошку, а параллельно жарю стружку. Вот. В большом количестве масла делаю картофельные чипсы. Поставила воду, чтобы гадов морских ошпарить. И язык отварила до готовности. Готовность проверяла вилкой. И положила вот так сразу, вилкой достала из кастрюли и сразу положила в большое количество воды холодной. Это делается для того, чтобы легко снять шкурку, я вам уже говорила. В общем, дела кулинарные идут полным ходом. Потихоньку уже намываю эти овощи. У меня осталось буквально сделать шубу и оливье я сделала. Фунчозу я тоже сделала, мне осталось салат из морских гадов и стог сена. Два салата осталось сделать. Вот. Куча кружек с ложками вы можете здесь наблюдать. Это мы все уже приняли лекарства наши противоковидные. У нас премьера. Новый год, Новый годом, Новым годом. А работу никто не отменял. Вот. Такие у нас дела. Вот этот бульон, я не знаю. Обычно мы выливаем. Это где язык варился. Но Алексей так соскучился по супу. Может, чашечку ему оставить? Оставить тебе? Нет. Не хочет. Вкусный он, наваристый. Чё ты? Знаю, никогда не ел. Говяжий бульон. Ладно, занимаюсь делами дальше. Друзья, включил Мишутка камеру, чтобы вам показать. Посмотрите, как легко снимается эта кожура. Как это? Чё это такое? Кожура. Вот видите? Раз. Потому что я поместила в таз с холодной водой язык после варки. Это нужно делать прям обязательно. А если вы этого не сделаете, вот здесь сзади, особенно где кожура тоненькая, будет очень тяжело снять ее. А у меня, видите, как легко снимается. Вот. Берешь. Раз. Прям берешь, раз. Классно? Кому нравится, ставьте лайк. Уже Да, Мишутка? поставил. А, уже поставил? Молодец. Угу. Миша поставил, а вы? Ты что снимаешь, меня или язык? Язык. А ты рассказал зрителям, как Тимоша у нас язык испугался? Нет? Расскажи. Расскажите. Мама, я ему язык, значит, показываю этот вот так вблизи. А он такие глаза черным налились, испугался, как давай убегать. Бедный котенок, да? Никогда коровий язык не видел, да? Я вся в делах, сказала, что когда кулинарные дела все закончу, Мишутке сюрприз будет, да? Мишутка ждет. Ну что за сюрприз? Мишутка умеет у нас ждать, да, Мишута? Угу. Умка такой. Короче, язык, смотрите. Вот здесь он легко, может быть, снимется, да, там, где толстая. А вот в таких местах, посмотрите, тоненькая, да? Вот в таких местах, если не обдать холодной водой язык после варки, то это капец. Вообще, это просто мучение будет.
Вот. А сейчас, видите, легко снимается. Это очень важно. Да, Мишутка, спасибо. Так, а что здесь мама делает? Мама уже тарталетки заполняет. У нас уже 6 вечера. Скоро сядем ужинать, да, солнышко? Угу. Любишь Новый год? Угу. Я тоже. Только в этом Новом году маме грустно. Эх, все эти вкусняшки мама не чувствует. Да? Жалко, жалко. Сейчас еще, значит, вот здесь у нас с творожным сыром. А вот здесь, значит, смотрите. Твердый сыр, крабовые палочки кубиками, кубиками крабовые палочки, кубиками яйца. А, сыр твердых сортов через терку протерла. Соль, перец по вкусу. Да, Мишутка протирал сыр, молодец. Вот, соль, перец по вкусу, зелень по вкусу. И что еще положили, Миш? Чеснок и майонез. Ага. Вот, а здесь у нас тарталетки, значит, с творожным сыром. Вот они. Сверху мы вот так украшаем креветками. Мишутка мне их почистил, молодец. Угу. Ну вот и так. Мама мне тоже помогала их чистить. Да. Так. Красиво, Мишута? Красиво? Да. Нравится? Угу. Хорошо. Королевские креветки у нас крупные. А в серединку мы сейчас сделаем классику жанра. Классика — это у нас сливочное масло. И красная икра. Вот такая вот вкусняшка. Да, правда, вкусняшка будет. Давай, ротик, открывай. Вкусно. И вот это тоже облизни. Ну, как тебе тарталеточка? Плюс песочная этот тарталеточка. Вкусненько, да? Молодец. Инка такой. Такой помощник. Ой, что бы я делала. А можно еще одну клеточку? Конечно, можно. Держи, солнышко мое. Так, осталось тут сыра еще немножко у нас. А, вот это, значит, я сделала, посмотри, покажи зрителям. В сметану положила чеснок, соль, черный перец, зелень. Сейчас все это перемешаю и буду сверху на язык смазывать. Накладывать, скажем так. Вот, а сверху еще орешки мы перемолим через этот, слегка, крышку не найду от этого, слегка раздробим орешки, я буквально в кофемолке разочек нажму, может 2 раза, вот, и сверху еще будем посыпать орехами, такая вот будет красота. Мама, я пойду папу снимать. Давай, да, сейчас я пока еще тарталетки со сливочным маслом. А потом я все тарталетки покажу. Хорошо. Начал. А что здесь у нас все остальные делают? Вот она, да. А что вы здесь делаете? Порядок наводим сейчас. А что говорите зрителям? Привет. Попробуем собрать. Привет. Может быть, получится. Может, и нет. Мы уже с Олегом пробовали. На, Олег. Делай. Там же идет. Так, что делать надо? Так, вот. Что-то надо делать. А, мы что-то завязали, но не будет работать. Что мы завязали? Я, поскольку у нас ковид, Мишуткина одногруппница принесла нам подарок, но мы дверь не открыли. А мы им тоже подарок собрали и в коробку положили. И девчонки пришли такие и стоят около двери. А я им говорю, коробка на лестнице. А они такие покрутились, увидели коробку, взяли. А потом такие, пакет возле лестницы. Пакет нам прислали, смотри, подарочки. Merry Christmas! Happy New Year! Впервые я такую вижу марку. Да, Милка. Ой. Вау, Кинзмараули. А чё? Это вино. А еще знаешь что? А еще вот яйца. Это самое ценное. Вы только посмотрите. Какое яйцо. Это домашние яички. Домашние?
Это домашние деревенские яички. Очень ценный подарок. Спасибо огромное. Огромное спасибо. А кому ты говоришь, если не все равно нас не знают, что... Ну, вдруг когда-нибудь узнают. Ставь паузу. Подожди. Вот такими подарочками, покажи, мы обменялись, не контактируя друг с другом. Да, Мишуся? Угу. Все? Классно? Включать? Да. Вы только посмотрите, какой у нас кандибар. Ну, Миш, ты прям перед камерой спиной ходишь. Ага, и грязной кофтой сверкаешь. Вот такая красота. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чтобы я каждый день так жил, да, Миш? Угу. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Вот сколько всего. Спасибо нашим подписчикам. Еще его можно было. Спасибо нашим соседям. Спасибо огромное. Какой у нас ярко-синий стол, оказывается, ребятки. Да. Да? Какой он раньше был? И вот тарталеточки наши уже готовы. А и вот там еще Миша салат. Уже. А Миша уже готовый. Все. Вот. Здесь постель они заправили вот так. Туда сесть кто-нибудь сможет? Не знаю. Всех с наступающим. Молодец, Олечка. Всех с наступающим Новым годом! До Нового года осталось несколько часов. Сколько, Олег? Я успею искупаться? Успеешь, успеешь. Еще горячее мне надо поставить. Ладненько, пойду делами заниматься. Что-либо. Мишута дождался своего сюрприза. Кстати, потрогай, вода теплая. А, какая чувака! Нормально. Мишута, ты до трусиков раздевайся. Без трусиков неприлично, чтобы я тебя снимала. Не, я так буду. Прикрывай дверь, Олег, давай пробовать. Давай, открывай. Покажи. Это вот сюрприз, который он ждал. Сколько ты ждал этот сюрприз? Сутки. Да? Немного больше суток. Больше? Да. Давай, пойдешь туда? Куда? Вон туда, к раковине, Олег. Угу. Так. Может, нам выключить воду? Нет, наоборот, мы наполняем же ванну. Угу. Так, а это вот, а как это открыть? Чё, пахнет? Ничего не чувствую. Пахнет? Пахнет. Малина. Малина. Для любиха. Ну так ты раздевайся, давай. Зачем? Туда залезешь и будешь пускать бомбочку. Туса? Да. Хорошая водичка? Горячая. Ну, регулируй, как тебе надо. В принципе, там пойдём. Давай, садись. Давайте. Бомбочка, кладем ее в ванну. Ой, в ванную. Опускай, она все равно сейчас уже растает. О! Витамин С в ней. Пахнет прям витамином С. Да? Да, Миша, спасибо, что это. Вот это вот бомбочка для ванны. Они еще бывают с разными красителями, чтобы вода покрасилась. Где? Мишут, ты съемки мешаешь. Простите. Ну, возьми ее в руку. Шипит в руке? Олегу дай потрогать. Да. Okay. Отпускай, Олег, воду. Uh-huh. Не, ну держи. А. Чтобы ты почувствовал шипение. Да, она сильно шипит вот так вот. Классно? Ага. Давайте потрогать. А, ну не, она не очень сильно. Я думала, прям в руке дребезжит. Кому дать?
уже все. Кончилось. Все? Нет. Все. Да. Еще идет. Еще идет? Да. Ну ты счастлив, сыночек. Угу. Ты это хотел? Угу. Да, в Новый год мечты сбываются. Угу. Давай тщательно купайся. Сейчас мы уйдем, ты трусики снимешь. Тщательно искупаешься. А? Может, если делаешь губку? Нет, хорошенько искупаешься, голову помой, все хорошо. Ладно? Угу. Ну все, давай, пока-пока. Потом вытрись насухо-насухо и одежду одень. Хорошо? Смотри, чтобы... Налей себе еще воды. Зачем? Ну, потому что ты сейчас, смотри, намочишься, а потом будешь на поверхности сидеть и замерзнешь. Наливай воды. Все, да пока. Вы только посмотрите, как у нас накрыто на Новый год. Это я еще вам не все показал. Смотрите. Это у нас коровий язык. Это мандарины. Это тарталетки. Это салат. Вот это вот салат. Вот это вот красная рыба с икрой и... И маслом, и лимончиком. Это то, что нам из Норвегии, по-моему, привозили. Это у нас лось и то подобное. А это селедка под шубой. Это салат из мири, черри. А это рыбка. Какая аппетитная. Это фунчоза. Это сыры, это оливье, а это показывал. Вот, короче, сейчас я покажу вам весь этот стол. Вот. А здесь у нас вот столько сладостей. Ой. Вот, видите? Представляете? Ну, еще мы играем здесь вот в игры. Это называется «Веселый Новый год». Олег, идем играть. Смотрите. Кому интересно, это мы просто это там в школе нам дали. Давай, Олег, дальше твой ход продолжается. Наделай. А, сейчас... Смотрите, вот, Олег ищет тут. Ну вот, не совпало. Вот, не совпало. Кладем обратно. Теперь ты сними меня. Угу. Стоп. Очередь. Все. Я открываю вот это вот, пожалуй, и вот это вот. Видите, картинки не совпали. Если бы они совпали, я бы их себе взял бы и начал делать задание. Давай, Олег, теперь твоя очередь. Если видео понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте... И нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.